Сладкий подарок за несколько минут на Пасху или другой праздник. Из бумаги или картона вырезаем вот такую заготовку. Переносим ее на лист Помирана и вырезаем. Если вы все еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь, и вы точно не пропустите классные новые идеи. Добавим зайки, розовые серединки ушек, черные глазки, носик, дорисуем ротик и украсим щечки сердечками. Приклеим сердечко как ножки подставку. Внутрь положим сладкий подарок и закрепим двусторонним скотчем. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Пока! Совсем скоро День влюбленных. Давайте сделаем сладкую валентинку родным и близким. Подписывайтесь на наш канал. Для начала из картона или бумаги делаем вот такую заготовку – сердца. Переносим на лист красного фоамирана. Если вы все еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь, у нас много отличных идей. Для украшения вырезаем сердечки из глиттерного фоамирана. А в центре используем бусинку в форме сердца. Готово! Вовнутрь ложим вкусняшки. А теперь завяжем серебристой ленточкой. Сладкая валентинка готова! Такую красоту можно сделать за несколько минут, а содержимое можно подобрать любое. Дарите подарки с любовью! Подписывайтесь на наш канал. Красивые оригинальные сладкие подарочки для любителей единорожки. Подписывайтесь на наш канал. У нас много конфеток. Давайте сделаем для них оригинальную упаковку единорожку. Берем прозрачный пакетик. Можно сделать его из файла. Внутрь отправляем конфеты. Украшаем упаковку. Из фоамирана вырезаем детали – ушки, рог, звездочку. На прямоугольнике из фоамирана делаем вот такие надрезы. Это будет челка для единорожки. Собираем упаковку. Глазки нарисуем черным маркером. Готово! Такие красивые сладкие подарочки мы сделали за 5 минут. Делайте подарки родным и близким с любовью. Подписывайтесь на наш канал.